Компания «Ульяновскэнерго» напоминает о необходимости своевременной передачи показаний прибора учета и оплаты счетов за электроэнергию. Сегодня мы расскажем о потребителях, которые всегда вовремя оплачивают потребленный ресурс и знают, что залогом надежного электроснабжения своего дома является своевременная оплата за электроэнергию. Все жильцы нашего дома вовремя подают показания электросчетчика. Я, в свою очередь, как старшая по дому, в «Ульяновскэнерго» тоже передаю показания общедомового прибора учета. Поэтому никаких проблем ни с начислением, ни с оплатой у нас нет. Сначала пользуемся электроэнергией, потом оплачиваем за нее. «Ульяновскэнерго» не требует предоплаты, как операторы сотовой связи. Поэтому очень важно помнить и не нарушать сроки оплаты за электроэнергию. Однако есть и те, кто пренебрегает своевременной оплатой. При наличии задолженности, превышающей сумму двух нормативов потребления, компания имеет право ограничить или совсем приостановить электроснабжение должников. Вернуть же свет после отключения куда труднее. Вместе с долгом нужно оплатить и расходы по ограничению и возобновлению электроснабжения. Здравствуйте, сотрудник «Ульяновскэнерго». Ольга Петровна, да. По нашим данным, у вас имеется задолженность в размере 3500 рублей. В течение 20 дней вам необходимо погасить имеющуюся задолженность, чтобы мы не произвели вам ограничительные мероприятия. Ознакомьтесь и распишитесь. Компания постоянно модернизирует свои сервисы. В июле 2022 года запущен обновленный сервис «Личный кабинет», который предназначен для более комфортного и удобного обслуживания абонентов, физических лиц. Произвести оплату без комиссии можно на сайте «Ульяновскэнерго» в личном кабинете абонента, в центре обслуживания клиентов, в мобильной версии личного кабинета, а также используя систему «Сбербанк онлайн». Только вовремя оплаченные счета гарантируют свет в вашем доме. Не копите долги, произведите оплату сегодня. Если клиент предпочитает живое общение, можно обратиться в центр обслуживания клиентов, где грамотные специалисты проконсультируют потребителей по любому вопросу.